Всем привет! Ты что, обидела меня? Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! С вами Анастасия Кабакова. И сегодня я отвечу вам на три самых популярных вопроса, которые задают мне последнее время. Итак, самый первый вопрос, и он всех всегда волнует, когда же я выйду замуж. Дорогие мои, как только, так сразу, поверьте мне, как только мне сделают предложение, я сразу выставлю фотографию с цветами, с кольцом. Ну, как это принято у девочек. Но обязательно, я вам обещаю, дорогие мои. А вообще, дорогие подписчики и люди, которые увидят это видео, желаю вам, чтобы у вас была настолько насыщенная жизнь, что у вас не было времени следить за другой жизнью, за то, как кто-то там женится, разводится, рожает детей. Будьте личностью, развивайтесь, и желаю вам только всего прекрасного. А Полина спрашивает, как пришла к мысли, что хочется стать визажистом? Второй вопрос мне задала Полина из Инстаграма. Как пришла к мысли, что хочешь стать визажистом, что вдохновляет, где обучаешься и почему? Вдохновляет меня все мое окружение, вся моя жизнь и также мои кумиры, у которых я училась и за которыми я постоянно слежу. Пришла к мысли, что хочешь стать визажистом. К этой мысли я пришла не сразу, а по течению времени, когда мне было лет 16, еще в художественной школе, в художественном колледже, я пыталась красить себя, красить девчонок своих подружек, окружение свое. Потом я решила уже на летних каникулах, опять же, поехать обучиться этому профессионально в город Екатеринбург. И первое мое образование в сфере визажа, это была Санкт-Петербургская школа телевидения. Мой первый преподаватель была Анна Ворожбит. Потом, конечно же, я еще переучивалась много где и посещала очень много мастер-классов. Очень долгое время работала в городе Нижнекамск. Но вот сейчас и до сих пор я приезжаю сюда и очень часто бываю в этом городе, в Казани, в Татарстане в целом и в Екатеринбурге. Короче говоря, я визажист, фрилансер такой, так скажем, путешественник. Вот. Так, третий вопрос, очень распространенный. Как я связана с Екатеринбургом? Почему именно туда я так часто езжу и живу сейчас там? Отвечу вам так. Это так сложилось в моей семье, что часть моей семьи живет в Екатеринбурге, часть семьи у меня живет в Татарстане. И поэтому я часто очень путешествую туда и обратно. Вообще, я в одном посте в своем инстаграме писала о том, что прописана я в городе Екатеринбург, учусь я в городе Елабуга в КФУ, живу иногда в Казани, в Нижнекамске, Екатеринбурге и еще где-нибудь. То есть я очень люблю на самом деле города, очень люблю путешествовать и стараюсь как можно чаще куда-то выбираться, выезжать. Вот, и слава богу, я очень рада, что моя профессия мне позволяет это делать, и я стараюсь все чаще посещать какие-то новые места, открывать что-то для себя новое и совершенствоваться в своем мастерстве визажа и привозить что-то новое в города, в которых я бываю, например, Нижнекамск. Я приезжаю сюда очень часто с мастер-классами. Каждый мой приезд я стараюсь сделать хотя бы один мастер-класс, на котором рассказываю что-то, что узнала тоже от других визажистов и из больших городов, и у тех визажистов, у которых есть мировое признание уже. И очень рада, что в этот раз, когда я приезжала в Нижнекамск, ко мне пришли визажисты и посетили мой мастер-класс. Для меня это было очень приятно. И я думаю, что такие мастер-классы я буду делать постоянно. И не только для визажистов, а для всех желающих. А для тех, кто хочет быть в тренде, тот, кто хочет узнавать что-то новое. И я буду рада всех видеть в дальнейших... на дальнейших мастер-классах, когда я буду приезжать сюда. Первый раз я переехала в город Нижнекамск, когда мне было... Какой класс? Это сколько лет? Пятый класс? Это где-то 12, да, 13 лет мне было. Переехали мы сюда с моей мамой, и я тут закончила 9 класс. Потом я пошла в колледж и
поступила в институт и в итоге решила вернуться в Екатеринбург. И как раз вот тем летом это и произошло, точнее этим летом, да, в 2017 году. Так как мне была предложена работа в очень классной студии, где, в принципе, я и работала. Что касаемо городов и моего жительства в них и вообще путешествий, и как я отношусь к городу Нижнекамск, я вам скажу так. Я очень люблю эти два города. Я очень рада, что у меня есть две родины. Я очень всегда рада сюда возвращаться, приезжать. И я знаю, что меня здесь ждут мои близкие, родные, любимые люди. Я вообще очень люблю город Нижнекамск. И на самом деле все познается в сравнении. И те люди, которые, например, а я знаю их очень много, которые говорят плохо нижнекамские, живут здесь, я считаю, ну, это неэтичным, потому что вы живете в этом городе, и вы не знаете, что за пределами этого города. Вы не выезжали, не жили в больших городах, кроме, может быть, Казани. Вы не знаете, как там. Поэтому не стремитесь осуждать свой город, а делайте его лучше, развивайте его. Все в ваших руках. Этот город полон возможностей, потому что он только начинает расти, развиваться. И все возможности в ваших руках, еще раз повторюсь. Подведем итоги нашего сегодняшнего видео. Я очень рада, что вы задаете мне вопросы. Я хочу продолжить эту рубрику «Ответ, вопросы, ответ». Так что вы можете также продолжать отправлять мне свои вопросы на мою страничку ВКонтакте, либо в директ, либо писать в комментарии под этим видео. Я всех-всех буду читать, и на каждый вопрос я постараюсь ответить так же искренне, как это я сделала сегодня. Также я хочу, чтобы вы написали свои предложения на те темы, которые бы вы хотели увидеть в моих видео. Может быть, это будет урок макияжа, может быть, бьюти-совет, может быть, также вопросы-ответ рубрику. То есть напишите, пожалуйста, ваше мнение. И то, каким бы вы хотели, и каким бы вам был интересен вид мои видео на YouTube. Заранее вам хочу сказать огромное спасибо. И, пожалуйста, не судите строго. Это мое первое видео, которое выходит на YouTube. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня, поставьте лайк и подпишитесь на канал.